В ночь на 1 мая все православные отмечали Пасху, а 2 мая в Электрогорске состоялся крестный ход к часовне Матроны Московской с последующим молебном. О блаженная Мать и Матрону, душей на небеси пред престолом Божий предстоящий, телом же на земли почивающий, и даны те свыше благодати и различные чудеса источающие, призренные милостью Твоим оком на ны грешные в скорбях. 2 мая 1999 года при служении святейшего патриарха Алексия II состоялось торжественное причисление старицы Матроны к лику местночтимых святых. В память об этом событии в Электрогорске состоялся крестный ход с последующим молебном. Сейчас у электрогорцев есть молитвенное место, посвященное Матроне Московской. Обратиться к Матроне в молитве можно в любом молитвенном месте, но, как сказал отец Александр, необходимо помнить, что в первую очередь нужно обращаться к Богу, а потом к святым.